Всем доброго времени суток. Получил очередную маленькую бандероль с Китая. Здесь, судя по всему, женские кварцевые часы синего цвета. Добирались они сюда дней 25, где-то ехали они сюда. Довольно-таки долго, обычно мелкие бандероли доезжают гораздо быстрее. Стоимость этих часов $2.83. Вот такой вот, такие вот часики. Открыты. Завод открыт, чтобы, видимо, судя по всему, чтобы батарейка не садилась. Очень легко. Вылазит завод. В принципе, даже зацепив за что-то, можно. Так, стрелка пошла. Браслет резиновый, вот так украшен такими вот цепочками какими-то. Ну, симпатичные часы. $2.83. Кому интересно, заказываем. Как этот браслет, ремешок носиться будет, я не знаю, но что-то мне подсказывает, что недолго продержится этот браслет. Вот такие вот часики женские. Напоминаю, $2.83, добирались сюда около 25 дней. Ссылка в описании, кому интересно, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Пока.